Пушкин и Арина Родионовна. Так. Церковь там что-то. А дальше. Советская площадь. Так. Здравствуйте. Это глиняные игрушки. Сами делали? Да. О, кружки. Всякие. О, красоты. Много тут. Фигур тут много. Это у нас кто? Хорош. Дядя хорош. Это кто там стоит наверху? Ага, hello. А как ты туда зашла? Потом будешь хрен знает как спускаться, как в кондуках. Ну вот, церковь. Забыл сказать, я в Дмитрове. Город Дмитров. Ну, заиграй. Колокольня, заиграй. О. Опа. А, понятно. Ну, а потом хрен спустишься. На тогда, вот. Ё-моё! О, все, забрался. Идем. Только тут потом вниз надо будет осторожно спускаться. И не бежать. Вот отсюда сейчас кадры будут хорошие. Так. Во! Мы сверху на весь вид. Тоже работают. Отвал башки. Просто супер. Народ там. Скульптуры эти. Ну, ребят, пойдем дальше. Thank you.
Эй, народ, куда пошел? Просто в одном городе-то у нас мы побоялись подняться там, потому что вообще не поднимешься. Мы тут решили подняться теперь. Какой-то там этот, типа, как это называется-то? Детская какая-то площадка. Что, можно бить по ним? Ладно. Идем далее. Солнышко, благодать. Я иду. А где сам Кремль-то? Или... А, то есть вот это что ли? Вот тут вот? Точнее, это не ров, это наоборот, вал. Вот здесь вот было так, стенкой. Сейчас вот по дорожке там где-то вон можно спуститься. Нет, это тут современное строение. Блин, идем к непонятно где. Какой-то лесистости. На что похоже? Здание Изи Лавера, доктор Кляйнер, какой-то завод, а похоже. Идем к Кляйнеру в гости. Half-Life игра. Да не, похоже. Пошли дальше. Вот и спуск, кажется. Борисоглебский монастырь. А, это другой монастырь. А этот как называется?
Все сделано для того, чтобы тут люди могли и подняться, и спуститься. А ручка просто писалась. Так. Ну. Какие ножки свои. Спускаемся. Этот почитай монастырь. Какой? А этот почитай монастырь. Ой, а тут живность, ё-моё, живет. Оказывается. Вон. Плывет, плывет. Мак, мак. Скажи. Скажи, гад. Ладно. Понятно. Тут пруд с утками. Ой, с утками. Ой. Тихо. Мостик. Иди. О, личность пошла на проверку. Это у нас так, семейно. И что там? Магазины? Магазины? А, все, понятно. Лошадочка. Сзади не подходить, а то пнет. Уа! Давай тут возьму, или... О, не, по Косогору. Это называется Косогор. Посиди, отдохни. А?
Ну, Кирилл и Мефодий. Какой-то там вертолет. Слушайте вертолет, сейчас мы его найдем. Где? Где вертоль? Где-то он там. Черт, его не видно. А, во-во-во-во-во-во! Вертушка! Ага, кто это там прячется от меня? Hello. Вот ты и есть лягушка. Тут и нельзя, но фото сделаем. Это на улицу выход. Люди идут. Ну как я бы хотел, чтобы он целиком полностью был закрашен. Ну ты можешь со следующим поделать, так поставить, там другой сделать. Стой, стой там! А себе сделай, чтобы он был целиком лазурь был закрашен. Никуда не двигайся. Это вниз. Вот тут я поднялся. Борисоглебский монастырь. Идем. Кто-то там на коне. Сейчас посмотрим. И кто же это у нас там? Сейчас. Памятник Борису и Глебу как раз. Вот так вот.
И куда пошла? Там нет ничего. Вокруг. А там, по-моему, есть наверх. Лесенка наверх есть. Вон там. Вот так идем вперед. Вокруг.
Да, вот и бушка.